Сегодня, воскресенье, 26 апреля, в Ленинском районе проходят досрочные выборы главы Ленинского муниципального района. Мы находимся в совхозе имени Ленина, где в Доме культуры расположились избирательные участки номер 1306 и 1305. Еще раннее утро, еще только 9 часов утра, выходной день, люди отдыхают. В принципе, люди идут и осознанно идут на выборы. Мне понравилось очень выражение ветерана Великой Отечественной войны, которая пришла на выборы в 8:30. Она сказала, сначала гражданский долг, затем все остальное. Поэтому я думаю, что, в принципе, зная наше население, на выборы придут и проголосуют. Первым мы посетили избирательный участок номер 1305. И именно здесь встретили 18-летнюю девушку, которая голосует впервые. Выборы у нас протекают спокойно, хорошо. Избиратели у нас приходят, голосуют. На данный момент проголосовало 69 человек уже. Всего у нас на участке 1828 человек. Был первый голосующий. Мы вручали ему подарок. Ну, все хорошо, все замечательно. Ожидаем хорошую явку на выборах. И думаю, что выборы обязательно состоятся. Я очень люблю свой район, свой поселок. И очень рада, что, в принципе, первый раз у меня получилось прийти на выборы. Так для чего же люди идут голосовать? Чего ждут от выборов? У всех ответы на этот вопрос разные, но есть одно, что их объединяет. Это желание жить в стабильном, развивающемся районе. Ждем, что новый руководитель будет прислушиваться к мнению людей и будет улучшать жизнь района. Все хорошей жизни, чтобы жить хорошо и все было тихо, спокойно. А то все кругом война идет, а мы уже войну прошли. Чтобы наш район развивался, чтобы у нас еще больше было строительства, еще больше было всяких домов культуры для детей и детские сады, и все, чтобы развитие было в пользу населения. Чтобы был порядок, наведенный кругом, чтобы везде строилось, благополучие было. Главной войны не было. В Доме культуры совхоза имени Ленина расположился еще один участок номер 1306. На избирательном участке 1306 на 10 часов утра проголосовало 42 человека. Всего на этом участке проживает 1548 человек. Ожидаемая явка на конец дня 25%. День только начался, и у жителей района еще достаточно времени, чтобы пойти и выразить свою гражданскую позицию, отдав голос за одного из кандидатов. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.